В Химках наградили лауреатов премии «Наше Подмосковье». Участники представили социально значимые проекты, которые сделают жизнь в регионе более комфортной. Вручение премии проводят каждый год по инициативе губернатора Московской области. В числе лауреатов есть и жители городского округа Химки. Я считаю, что каждый химчанин, а я за него болею душой и сердцем, он очень талантлив. Поэтому наша задача и обязанность как администрации – это талант увидеть и вытащить его наружу, чем мы и занимаемся последние несколько лет. Химчанин Юрий Иванов – создатель направления бизнес-волонтерства, занял второе место в категории «Команда». Проект вырос из мечты молодого человека посещать крупные бизнес-мероприятия и получать знания, которые не дает университет. К нам приезжали и Ник Вучич, и Брайан Трейси, Роберт Киосаки. И на такие мероприятия обычно стоимость бывает по 20, по 50 тысяч рублей, и у молодежи просто нет возможности попасть туда. А через волонтерство они получают свой опыт организации масштабных мероприятий, они получают знания. Всего от Химок представили более 1000 проектов, наградили почти полсотни. Очень популярные инициативы – это проявление, соответственно, активности конкретных людей по совершенно, может быть, кому-то кажется маленьким моментом, начиная от благоустройства, заканчивая какими-то благотворительными историями. В этом году очень популярная экологическая история. В этом году общий призовой фонд премии удвоили до 180 миллионов рублей. Количество участников тоже выросло. Возможно, в следующем году тех, кто захочет сделать чужую жизнь лучше, станет еще больше. Алена Беляева, Ксения Брагина, Дмитрий Бочаров, служба новостей.